счастью, сегодня никто это не поет. А недавно я занимался одним музыкальным спектаклем, где должны были звучать песни Булата Акуджавы. Разумеется, практически все песни, которым он сам и музыку сведел, но все-таки были некоторые. Я поступил, что мои любимые булатовские песни, в том числе вот «Круглого радости глаза», или она по-другому называется «В городском саду», чтобы она в этом спектакле прозвучала. И вот сегодня я доставил себе удовольствие и сыграл эту музыку, потому что это просто музыка. Дмитрий Сухарев. Молиться и все реже-реже плачу, но душа моя помнит о нас с тобой, и грустные думы приходят на ум. Я не прошу тебя молиться за меня, ты сама знаешь, сколько горести мне суждено. Скажи мне, мамочка, утешит ли тебя моя любовь там, где ты сейчас?
на том свете, в раю на небесах? Смогу ли дотянуться до тебя словами, обласкать тебя и в тихой нежности? Он стар, он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом: а вы не из Витебска? Пиджак старомодный на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонные пасмурно. Дружусь и хвораю, Венеция и выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Какой ты не здешний, далекостью дышит, пытаясь до детства дотронуться бережно. И нету никого, ни лазурного берега, ни нынешней славы. Светло и растерянно он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его пропыленный и жаркий, приколот к земле каланчою пожарной. Там свадьбы, смерти, моления и ярмарки. Там зреют особенно крупные яблоки. И сонный извозчик по площади катит. Так вы не из Витебска? Рождественского Марка Шагалова.